Булатова Ангелина. Мне 15 лет. Я живу в Бобровке в Алтайском крае. Участвую в конкурсе «Дети читают стихи». Отрывок из произведения Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». Ну так вот, иди домой, будь весела и дай согласие от жилой Париса. А завтра в среду постарайся на ночь одна остаться. В эту ночь пускай кормилица с тобой не ночует. Возьми вот эту склянку в постели, ты выпей все до капли, и мгновенно по шумам разольется у тебя дремотный холод и оцепенение. И вот в таком подобии страшной смерти ты ровно 42 часа пробудешь, чтобы потом проснуться, как от сна. Итак, когда жених придет поутру, чтобы разбудить тебя, ты будешь мертвой. И тогда тебя, как наши велит обычай, в наряде брачном и в гробу открытом перенесут в старинный склеп фамильный, приют последний рода Капулетти. Я обо всем дам знать письмом Ромео. Он явится, с ним вместе ждать мы будем, пока проснешься ты. В ту же ночь Ромео в мантую с тобой уедет. Так спасена ты будешь с позором, но твоя нерешительность и женский страх тебе не помешают себе.